Привет, Никит. Мы слышали то, что ты велопутешественник, приехал нам издалека. Расскажи немного о своем путешествии, где ты был, откуда выехал, что повидал. Да, на велосипеде я уже проехал 5000 километров. Проехал все республики Северного Кавказа, Крым, республики Северного Кавказа. И вот сейчас приехал к вам в гости в Дагестан. Как тебе в Крыму, как в других регионах Кавказа? Везде все хорошо, я не заметил никакого негатива. Везде свой народ, самобытность, каждый народ по-своему интересен. И везде все приятно, благоприятно, везде люди гостеприимные. Ну, это как обычно у нас, так и бывает все. Расскажи немного о Дагестане, где побывал в Дагестане, что увидел, что понравилось. Да, Дагестан большая республика, пока еще мало где бывал. В основном это центр, Махачкала. Вот сейчас приехал к вам в гости в Бабают. Спасибо за приглашение. Бабают мне очень понравилось. Я провел встречу, то есть организовали, молодежный центр организовал встречу со старшеклассниками с 10-11 классом. Я там рассказывал про свое путешествие, свою цель, свои мысли. Я думаю, старшеклассники все поняли, и мне удалось донести до них ту идею, ту мысль. Ну, это наверняка. Мы были с тобой там и видели лица старшеклассников, как они были удивлены, охотно спрашивали тебя, задавали всякие вопросы. Особенно был удивлен директор школы, который очень обрадовался, узнав, что ты учительная географа. Потому что он и сам географ. Потом расскажи, где ты бывал еще в Бабаюрте, у нас есть неплохие места, красивые, куда ходил еще. Вот тебя видели, вроде тебе показали наш культурный центр. Да, да. Центр культуры народа Дагестана. Мне даже удалось сфотографироваться в черкеске, в народном костюме, в сапогах. Да, показали еще спортзал, свозили. Ну вот всех, наверное, во всех административных зданиях Бабаюрте я бывал. Знакомился с главой. Да. К сожалению, времени много тоже нет, и приходится уехать, приходится отправляться дальше, в дорогу. Но эти два дня в Бабаюрте я их никогда не забуду. Меня накормили хинкалами, да. И хинкалы, насколько я знаю, это блюдо, народное блюдо. Кумыкская. Ну и вообще, да, всего Дагестана. Ну, такого нигде, конечно, не попробуешь. Надо стараться наесться, пока есть возможность. А вот за это все спасибо, конечно. Ну, Никита, мы тебе желаем счастливого пути в твоем таком длинном маршруте таком. Чтоб без поломок обязательно, чтобы ты доехал целым невредимым до Чуваши и рассказал о наших красотах, о наших землях, о том, что ты здесь вообще побывал, немного раскрасил то, что говорят СМИ, потому что там реально, как сам понимаешь, там все очерняют абсолютно. Как видишь, здесь совсем по-другому. Мы желаем тебе счастливого пути. Спасибо большое. Вам тоже желаю всего хорошего.